Сулейман Абусаидович выделил порядка 240 миллионов рублей на обустройство парка вокруг этого фонтана. Хотите сказать в целом? В целом, Сергей Алимович сказал там 240 миллионов рублей. На самом деле ошибся. Это мы порядка больше 2 миллиардов рублей дали. Своих, личных, да. И Герман Оскарович где-то 1 700 000 рублей. В 2022 году с налогового учета в Дербенте снялся наш основной плательщик налога на доходы физических лиц. В результате чего у нас образовались выпадающие доходы консолидированного бюджета в сумме 9,4 миллиарда рублей. Большую часть этой программы, этого плана по развитию Дербента тянет как раз наш инвестор. Данные средства были единственным источником финансирования мероприятий по комплексному плану развития города Дербента. И в условиях ограниченных возможностей республиканского бюджета мы не сможем их компенсировать сегодня, эти деньги. Может эта ситуация привести к возникновению риска невыполнению в полном объеме вышеуказанных мероприятий по